Салют, друзья! По традиции начинаем новую серию с приветов. Спасибо вам, дорогие подписчики, за ваши слова, мы будем стараться делать для вас максимально интересные видео. Очень хотим, чтобы вас со временем стало гораздо больше. Всем от нас пламенные приветики. Мы ценим каждого из вас. Спасибо, что вы есть. Танюша и Анюта, красочные приветики вам. Приятного просмотра. И о мечтах. И о любви. Привет, Стас. Привет. Ты где? Разговор есть. Иду Кристину провожать. Позвони, когда освободишься. Что опять стряслось? Не по телефону. Договорились, наберу. Созвон. Вячеслав Сергеевич. Слушаю. Вас вызывает Сергей Александрович. Понял. Он сказал срочно. Иду я. Что непонятно? Привет, дружище. Каким ветром? Разговор есть? Очень серьезный. Слушаю тебя. Моя Ксюша ждет ребенка от Славика. Представляешь? Вот это да. Мы же породнимся. Сватами будем. Мне скоро нужно будет опять в Европу. Хотелось бы свадьбу до отъезда сыграть. Сейчас Славик придет и поговорим. Добрый день, Максим Викторович. Привет, без пяти минут, отец. Ну что, когда свадьба? Послушайте, зачем так спешить? Мы с Оксаной взрослые люди, и сами во всем разберемся. Ты что, не хочешь жениться? Поверьте, вся эта суматоха сейчас ни к чему. Учти, если ты обидишь мою дочь, то все наши договоренности аннулируются. Это понятно? Не пыли, Макс. Дай парню время. До скорой встречи. Папа, послушай. Мы с Оксаной расстались. Месяц назад. У меня сейчас другие отношения, которые рушатся из-за всей этой ситуации. Ты серьезно? Никак не мог подумать. В любом случае сейчас это нам очень невыгодно. Прошу тебя, не горячись. Я понимаю тебя. Обещаю, что обо всем подумаю. Наконец-то мы можем поговорить. Рассказывай, что случилось? Почему трубку не брала? Что рассказывать? У меня очень сильно болела голова. Я выпила таблетку. Легла спать. Точно ничего серьезного? Может, к врачу? Да нет, к врачу не нужно. Я уже получше себя чувствую. Что-то ты действительно выглядишь уставшей. Да, есть такое. Я сегодня вымоталась. Пойдем скорее. Ты мне здоровенькой нужна. Пойдем, у меня глаза слипаются. Алло, да я. Ты где? Понял, еду. Кристина звонит. Алло, привет, Кристин. Элька, привет. Слушай, заказывай пиццу, а я через 10 минут буду у тебя. И кое-что принесу. Нам давно посплетничать нужно. Хорошо, договорились. Я тебя жду. Поговорить действительно очень-очень нужно. Давай, скоро буду. Салют, подружка. Привет, быстро ты. Смотри, что принесла. О, класс. Ну давай, рассказывай. Ты первая. Ой, слушай, столько новостей. Представляешь, Оксана сказала, что беременна от Славика. Серьезно? Она беременна? Может, она врет? Ты ей поверила? Ну, как-то сначала не придала этому значения. Но Славик с каждым днем все дальше и дальше. Мы уже давно не были вместе. Да. Ну и новости. Ой, Кристия, и не говори. Наверное, я уйду из театра. И ты хочешь из-за этой? Я видеть его не могу, понимаешь? Ну, а у тебя что? Рассказывай. Ой, сегодня первый раз соврала Стасу, представляешь? Я же вчера с Денисом гуляла. Почти до утра. А Стаса сказала, что заболела. Ну, ты даешь, подружка. И как же теперь выкручиваться из этого? Ой, да не знаю. Буду решать проблемы по мере их поступления. Слушай, мне папа принес такой отличный фильм, давай посмотрим. Да, давай посмотрим. Хорошая идея. Сейчас диск поищу. Садись быстрее, а то упадешь. У меня такие новости. Неужели? Помогла справка. Он повелся? Да, прикинь, все получилось. Скоро свадьба. Ты думаешь, что он женится на тебе? Ребенок не всегда повод. Я уверена, что папа его дожмет.
так, что можно выбирать платье. Пойдешь со мной? Конечно, пойду, спрашиваешь еще. А не рановато ли? У меня в руках есть еще один козырь. УЗИ? Я покажу его Славику. Отчаянная ты, систер, он уже никуда от меня не денется.